Первый матч ФНЛ нового сезона «Луч энергия» проведет с командой «Крылья Советов». Общее собрание клубов Национальной лиги одобрило проект календаря сезона 2017-2018 годов. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября. В марте турнир возобновится 4 числа, а заключительный тур «Фанбет» первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 12 мая. Большая часть туров, за исключением 6 игровых дней, пройдут в выходные дни. На гоночной трассе «Локаторная сопка» в Спасске Дальнем состоялся второй этап открытого личного командного кубка «РО ДСАФ» Приморского края по автокроссу на баге. В гонке приняли участие 15 пилотов из Владивостока, Артема, Заводского, Уссурийска, Спасска Дальнего и Хабаровска. Гонка состояла из 5 заездов по 5 кругов. Интерес гонки добавила существенная разница в подготовленных к соревнованиям автомобилях с двигателями от запорожца до форсированных японских агрегатов. Это позволило безопасно растянуть по трассе значительное количество гонщиков и обеспечила зрелищную борьбу за каждую позицию. Традиционно в борьбу за лидерство включились гонщики из Владивостока и Хабаровска. Также большое внимание привлекали детские заезды. В результате представители Владивостока заняли первые места как в личном, так и в командном зачетах. «Адмирал» вступит в борьбу за Кубок президента Республики Казахстан. Матчи традиционного международного турнира пройдут с 6 по 12 августа в Астане. В борьбу за награду вступит приморская команда и еще 5 хоккейных команд. Такое количество участников отмечено впервые. В этом списке «Барыс», «Омский авангард», «Швейцарский Давос», «Нижнекамский нефтехимик» и «Челябинский трактор».